Всем приветики, добро пожаловать на мой канал. Сейчас будет обзор из магазина Fix Price новой коллекции, также Шеби Шик. Так что поехали, смотрим, что я купила. Так, сначала я вам хотела показать, в прошлом видео я вам показывала такую резинку, да, которую я покупала в Fix Price. И посмотрите, что с ней стало. И вторая также, вторую я выкинула. Лучше такие резинки не брать, очень плохие. Вот, пользовалась где-то примерно день-два. Все, вот такая. Так что не берите. Так, из коллекции Шеби Шик что я купила? Значит, я купила такие коробочки. Вот одна. И вот. Так, сейчас достану. И вот вторая. Такая же. Я взяла одинаковые. Там были два, по-моему, два вида было всего. Вот я взяла такого вида. Значит, написано, значит, здесь что? Подарочная коробка. Размер не написан почему-то. Из бумаги сделано. Так, ну что, вот открыла я уже из упаковки. Так, ну качественный, так сделано хорошо. Пахнут химией какой-то. Ну, в общем, такие прикольные коробочки. Так. Такие. Это такая же. Размер вот у них такой вот, вот примерно моя ладошка. Вот так. Покажу вот. Так, ну что, вот такие коробочки. Следующий товар из этой коллекции было вот такое махровое полотенчико. Обычное белое, в общем. С принтом 70 на 30 сантиметров. Махровое. Такое мягкое, в общем. Размер сейчас посмотрим. Так, ну вот такой размер. Сейчас вот разложу. Вот длинное. В общем, для рук нормально, на кухню нормально будет. Вот полотенечко такое. Так, следующее. Это уже не из коллекции. Взяла вот такие жевательные резинки. Самое главное, что я посмотрела, что они сделаны в России, в Нижнем Новгороде. Не в Китае, как всегда. Ну, здесь, правда, красители есть. Ну, вот по одну, там, например, одну в день можно, мне кажется. Ничего страшного не будет. Так, вот. Русские жвачки написано. 55 рублей они стоят. Это вот как в автомате таком... Тоже жевательные резинки вытаскивать. По 10 рублей, по-моему, они там. А это вот получается, сколько здесь штук-то? Ну, штук, наверное, 15, может, есть здесь, не знаю. А, 18, вот, 18 штук. Вот такие жевательные резинки. Кстати, выгодно получается. В автомате они стоят по 10 рублей одна, а здесь 55, 18 штук. Так, вот такие. Так, еще что я купила? Вот это из нашей любимой печенье. Очень вкусные, всем советую. Они такие хрустящие, песочное печенье, вообще вкусные, очень вкусные. Так, сладость Мишка Барин называется. 500 грамм здесь, много. Вот. Так, и, как всегда, корм я купила обычный, вот Фрискис с мясом. 51 стоит. Все товары здесь за 51, кроме вот этого, за 55. Так, потом Китикет купила за 12,90. Так, зубную пасту, антитабак, кофе. Удаляет желтый налет, устраняет запах, восстанавливает баланс микроволн. У нас, правда, здесь, конечно, дома никто не курит, но я взяла то, что она отбеливающая. Из-за этого только взяла. Так, она стоила тоже 51. Так, вот такие
Хрустим багет, королевский краб. Вот не помню, сколько стоит. 25-50, по-моему, пачка. Так, и еще купила вот такие скитл с детям взяла. Две пачки по 25-50 тоже. Так, и еще последняя покупка моя была. Это вот такие резиночки. У меня такие уже были. Я их куда-то, не знаю, куда-то растеряла. Одна вот осталась. Ну, вот еще взяла. 4 штучки здесь. 51 рубль стоит. Такие резиночки мне очень нравятся. Вот. Ну, вот это все наши сегодняшние покупки. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующее видео. И в следующем, ну вот, через после этого видео, кстати, выйдет еще одно видео, тоже коллекции Шеби Шик. Это только была первая часть. Вторую часть смотрите вот после этого видео. Так что всем пока и увидимся.